честь, вера и отвага. Именно об этих качествах и пойдет речь в нашем следующем номере. По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи нам, милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали Бог весь, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь! Не вешать нос, гардемарины, дурная жизнь иль хороша, единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. В делах любви, как будто мирных, стезя влюбленных такова, что лучший взнос со счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы острожно, и тишина. За долгий взгляд короткой встреч, ах, это право не цена. Не вешать нос, гардемарины, дурная жизнь иль хороша, единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. Я желаю всем участникам шоу-конкурса «Таланты» радости творчества, вдохновения, веселья, куража, задора, яркости, убедительности и выразительности. Никогда не отчаивайтесь. Что бы ни случилось, нужно верить, надеяться, любить и не вешать нос. Гардемарины, вперед! Не вешать нос, гардемарины, дурная жизнь или хороша, как сегодня, единый парус и душа, единый парус и душа, судьба и родина едины. Мы едины и непобедимы. Денис Кучер, Артем Фокин и народный артист России Дмитрий Харатьян.